не могут высказаться. Пожалуйста, дайте микрофон, выступление продолжается. Пожалуйста, дайте микрофон. Публичные слушания продолжаются. Сейчас выступление. Каждый имеет право высказаться. Пожалуйста, высказывайтесь. Представляемся, высказывайтесь. Я уже сегодня задавал вопрос, выходил. Я бы хотел... Да успокойтесь, что ли? Я бы хотел ответить, очень важно. Я сейчас я могу как журбин всех перекричать, если меня будут перебивать. Уважаемые господа, я не знаю. Оля! Уважаемый гражданин, пожалуйста, без рукоприкладства. Все ваши противозаконные действия фиксируются на видеокамеру. Пожалуйста. Мои слова заключаются в том, что наша задача, уважаемые жители города Саратова, те, кто пришли сегодня сюда, по зову совести, по зову того, что мы являемся патриотами нашего города, и мы не хотим, чтобы последний остаток зеленой зоны большой Кумысной поляны у нас отжали. У нас уже отжимали, господа Песные, Курихин и прочие известные фамилии, которые отжали большой кусок Кумысной поляны в районе, Лесной Республики. Сейчас у нас хотят отжать. Потихоньку. Они правильно говорят о том, что мы сейчас не решаем вопросы застройки. Это делается поэтапно. И наша задача, тех людей, кто выступает против этой застройки, тех, кто выступает за город Саратов, объединиться, потому что проголосовав, даже если мы сейчас объединимся и проголосуем против, публичные слушания вовсе не означают то, что наш голос услышат и будет он решен в дальнейшем. Потому что депутаты городской думы, которых мы, я так предполагаю, не выбирали с вами, примут решение против нас. И они, депутаты, могут отклонить результаты сегодняшних слушаний. Поэтому наша дальнейшая задача объединяться и не дать застроить территорию лесопарка Кумысная Поляна. Это очень важно, потому что ни в коем случае нельзя останавливаться на данных слушаниях. На данных слушаниях можем говорить что угодно и говорить как угодно. Но самое главное, наша задача остановить в дальнейшем и не дать провести это решение в пользу строительной мафии. Спасибо.